Может... Это казино в GTA, да, я так понимаю? Are you kidding me? Unlucky, unlucky. Сальмонеллу потом глянем сейчас. Просто, блядь, слепую нахуй. Блядь, пиздец. Короче, кто не понял, его хуярит из-за Friendly Fire. Он кинул хуйню, которая вызывает бомбардировку. За то, что она задевает дружественных, соответственно, тиммейтов, и его как бы ебашит, блядь. Хорошо, хорошо. Хуже меня все равно нет игроков. Блять, однообразные баги в ебучем, блять, Red Dead Redemption. О! Нормально, блять. Когда, блядь, два школьника пиздят. Блядь, два школьника на перемене, нахуй. Блять, бред. Блять, неугомонный. Ебать. Генератор хуйни, ты чё, ебанутый, блядь? Блядь, упадёт сейчас? Да. Выжил, я. Куда мы полетели, блядь? Продано, блядь. Когда спросил у генератора хуйни, ты что, ебанутый? А, так а почему тут нахуй? В Украине в этом месяце собираются закрыть учебные заведения на 2-3 недели и массово выделяют места в больницах для возможных больных пиздец, короче, чат. Просто пиздец. Просто пиздец. Ну, бля, это хуйня, просто проблема с интернет-соединением у этого, у чувака, который это снимал. У вас в Казахстане и Средней Азии все норм? Да, конечно, да. В новостях послушай. В Средней Азии это вообще норм, да. Это, кстати говоря, распространенный баг, не только в Sleeping Dogs. Excuse me.
Хорошо, что баб рядом не стояла. Beam NG Drive игра. Что это вообще? Живу в Италии, 15 марта строгий карантин, выходить на улицу в магазин может только один член семьи по талону, иначе штраф. Блять, рил нахуй? В Липецкой области закрыли школы и детские сады на 2 недели. ТЦ, школы, универы ограничили массовые мероприятия до 2000... Ебачат! Дверью защемило мизинец, блядь. What would you ask of me? Сумма-ак-мора. Эффектный, блядь, уход. Нам хиха, нам все равно похуй, да. Протез забыла. We could really use a hand. Слышали, что она сказала? So the meeting is this one. In the middle of town. Of course. Didn't have money the moment I laid eyes on you. Are you trying to leave right now? No, I'm just seeing what options I have. Oh, here we go, leave crew. It's under the options. Dude, no, you just straight shot sideways through me through the space station. В Львовской области Украина закрывает все учебные учреждения, аргументируя, что скоро Пасха, и многие украинцы и иностранцы захотят посетить Украину на праздники. Ну, резонно считаю, блядь, молодцы. Так и есть, блядь. Но со стороны выйти нахуй, выехать не могут, блядь. Но сейчас все в Украину, в Львив, блядь, на Пасху полетели. Bastard stole from me. I'll catch him, though. True Nords never back down. Что такое? Кого он нашел? Just keep swimming, just keep swimming. Swimming, swimming, swimming. Swim, swim. Red Dead Redemption, я так понимаю, полон багов, основанных на этой механике. Чувак, они... Ну так, блядь, ссылку пришли тогда теперь заново. Horny Lab. Блядь, это Metro Exodus чат. Мы с ним какую хуйню там встретим. Ебать, бля, ебать, крепота нахуй. Ебать, я не буду в это играть. Я не буду в это играть. Бля, реально, слышите, реально стрёмно ебало. Жестяк. Well, let's just say she's got a bad case of intermittent explosive disorder. Or Dr. Sorensen. First he almost loses a pee. Pleasure. Nice, блять. Колда, nice. А что, стряпать хочешь? Не знаю еще.
Я не определился с блюдом. Чикен тама, я здесь дал ли его что-то? Ну это хуйня. А, блядь, какого хуя, блядь? Блядь, еще этот текст, нахуй. Блядь, плюс 8 лет. What? What? Me what is? Ты говоришь, пицца, но это давно было, сейчас по-другому. Понятно. Через текстуры what? Застрявшие. So, what's the plan now? One thing at a time, people. The plan is a list of things that go wrong, right? I remember saying that right before I got my... You see that? My dude's torso is like split in half and he's doing a stabbing animation and the rest of the body is like flopping backwards. I just see your neck. Так, давай, сейчас враг опять не будет понимать, что происходит, да? Wretched legged crawling coward. Кто никто не понял, это внутри этого монстра. Это он внутри этого монстра зашел. Нет, нельзя, HDC. Пустовато внутри у него. Я думаю, голоден. Блядь, сколько ж там багов, пиздец. Серега, это ты в новом ролике озвучил фразу про iPhone у Бэткомедиана? Да, и не только про iPhone. А, все. Ну, это не самый лучший выпуск геймфейлов. Я бы даже сказал, что он какой-то в большей степени пососный.